Телекомпания НТВ представляет. К 300-летию основания Российской империи, к 300-летию основания Санкт-Петербурга. Из этого зала Зимнего дворца виден совсем близкий Исаакиевский собор, у стройки которого в двух шагах от императорской резиденции произошло восстание декабристов. То самый первый день Николаевской эпохи, царствования Николая I, который получит определение у современников «много прапорщика и немного Петра Великого», а у потомков «Николай Палкин». Между смертью Александра I и воцарением Николая I междуцарствие. Оставшись бездетным, Александр оформил передачу престола мимо второго брата Константина, тоже бездетного, третьему брату Николаю. Царский манифест тайно хоронили в Успенском соборе Московского Кремля, и официально Николай наследником престола не считался. Сразу после известия о внезапной кончине Александра в Таганроге весь Петербург, власти, войска, сам Николай присягают Константину. Даже успели отчеканить монету с профилем нового государя. Константин живет и служит в Варшаве, представляя Романовых в Польше, в важнейшем владении их империи. Он присягает Николаю. Мало манифеста старшего из братьев и собственного зарока «не лезть на трон, а то задушат, как отца». Константин еще развелся с первой женой, как водится, немецкой принцессой, а разведясь, сошелся не с ровней. В Варшавском дворце Бельведер, теперь это резиденция президента Польши, великий князь Константин Павлович, польский верховный главнокомандующий, живет со своей второй женой, урожденной графиней Иоанной Грузинской. Грузинская знатного польского рода, но она не королевских кровей, и этим неравным браком Константин утрачивает права на русский престол. Но вся история не получила широкой огласки, и брату Николаю требуется окончательный отказ брата Константина. Вот и мечутся курьеры, фельдъегери между Зимним дворцом в Петербурге и Бельведером в Варшаве. Константин велит избавить его от царской обузы и оставить в покое счастливого варшавского удаления. Шутка конца 1825 года. Корону подносят как чай, а никто не хочет. Наконец Николай решается принять власть. На 14 декабря назначают переприсягу. Для членов тайных дворянских обществ междуцарствие – лучшее время для выступления. В Петербурге поднимают восстание прямо 14-го, поутру. Ну, невозможно себе представить более неудачного восстания. Декабристы вывели первых солдат на площадь в 11 часов. Они встали в каре перед сенатом, чтобы помешать сенаторам присягнуть Николаю. Но сенаторы сюда уже приезжали. Присягнули затемно и разъехались по домам в 8 утра. А еще Александр Якубович не захочет вести, как планировалось, гвардейский морской экипаж на штурм Зимнего. Назначенный цареубийцей Каховский не станет стрелять в царя, хотя он убьет петербургского генерал-губернатора Милорадовича, а назначенный диктатором восстания князь Трубецкой и вовсе не явится на площадь, о чем даже не предупредит своих товарищей. Рухнул разом весь план. Заставить неприсягнувших сенаторов издать манифест русскому народу, а в нем про низложение самодержавия и отмену крепостного права.
и некому решить, как действовать в новой обстановке. От всех республиканских замыслов остался лишь исторический анекдот, будто солдаты выкрикивали на царство Константина и жену его Конституцию. Восставшие 3000 солдат окружены со всех сторон 12 тысячами верных Николаю войск. Здесь у конногвардейского манежа младший брат царя, великий князь Михаил Павлович. При нем одна пушка. Там у адмиралтейства сам Николай I, при нем 3 пушки. Вечереет, нужно на что-то решаться. Николай объезжает вокруг стройки Исаакиевского собора и отправляет своего младшего брата последним парламентером к восставшим. И эти переговоры закончились ничем. Пора добраться до Тартуси. Великий князь потом будет говорить своему брату-царю: самое странное в той истории, что нас с тобой тогда не пристрелили. Пальбу начинают уже в потемках. Не менее 7 пушечных выстрелов картечью. Строй мятежников дрогнул на втором. Убито до 300 военных повстанцев и до 1000 горожан из толпы. Декабрист Николай Бестужев. В промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег. Впервые в русской истории ум, честь и совесть эпохи непримиримо разошлись с официальным курсом. После великой победы народ-победитель не дождался свободы, и положение стало нетерпимым уже для дворянских сынов. Обреченное восстание поднял цвет высшего класса, только титулованных 8 князей и 3 графа. Сын сибирского губернатора, полковник Пестель, написал «Русскую правду», самый радикальный декабристский документ. «Мужик должен получить волю и половину всей пахотной земли». Только через 40 лет ему дадут только четверть. Государственный строй заслуживал насильственного изменения. Павел Пестель. Ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями оные производить. По окончании следствия все нижние чины помилованы. Членам тайных обществ приговор выносится с запасом. В первом варианте есть даже четвертование и отсечение головы. Николай, являя монаршью милость, заменяет их, соответственно, виселицей и вечной каторгой. В России не казнили полвека от Пугачева. Не выдержали веревки. Трое преступников рухнули вниз, проломив доски помоста, и, вопреки обычаю прощать сорвавшихся с петли, их казнят вторично. Бедная империя. И повеситься как следует не умеют. Тела закопают в яме со звездкой, чтобы растворить останки. Знаменитый рисунок Пушкина, лично знакомого со всеми казненными, и зачеркнутая надпись «Я бы мог». Уже потом, в 27-м году, после возвращения из ссылки, Пушкин придет в Петропавловскую крепость вместе с Вяземским. Они пробыли здесь целый день. Вяземский подобрал 5 каких-то щепок. Вроде на том месте, где была виселица. А может и нет. Он их потом хранил. 5 щепок. Все, что осталось от 5 казненных отщепенцев империи. Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин. 121 человек сослан на каторгу, за 12 из них в Сибирь добровольно поехали их молоденькие жены. В отличие от русских политических неудачников следующих поколений, ни один из декабристов не опустился, не спился, находили силы учить детей, вести хозяйство, умудрялись выращивать в тайге виноград.
Этих можно простить. Ровно через 30 лет всех выживших, 40 мужчин и 9 женщин, простит следующий царь Александр II. И впервые встретится Россия, которая сажала, и Россия, которая сидела. Царствие Николая начинается великая русская классика «Наше все». И перетекая из стиля в стиль, отечественное искусство будет цвести 100 лет. Заслуги государя в первотолчке нет. Как в «Евгении Онегине» сказано, пора пришла. Три основоположника литературы, музыки и живописи близко приятельствовали, не завидуя, радуясь успехам друг друга. Первым профессиональным писателем, как известно, был Пушкин. Ему литература дает доход, как родовое имение «Моя деревенька на Парнасе». Соединяя в одном лице издательство и книготорговлю, новую отрасль создает Александр Смирдин. Его бизнес вскормил первое поколение хрестоматийных авторов. Смирдин Пушкину платил по червонцу за строчку, издал и его собрание сочинений, и Гоголя, основал первый толстый журнал «Библиотека для чтения», а публичная библиотека при его магазине – самая посещаемая. Расширяя дело, открыл первый наш «Дом книги» – лавка Смирдина на Невском, 22. Лавка Смирдина на Невском проспекте – это теперь не книжный магазин, а кондитерская. Ну и тогда, в феврале 1832 года, открытие важнейшего книжного магазина начиналось с застолья. В большом торговом зале накрывают стол на 80 персон. Собрался весь литературный Петербург. Сейчас здесь чай, кофе, но алкоголь тоже подают, и тогда произносили тосты. Будьте любезны, кофе. Первый бокал поднимают за здоровье государя-императора, как автора цензурного устава. Затем пьют за Крылова. Встает Крылов и хочет произнести ответный тост за здоровье Пушкина. Спасибо. Но его обрывают. Сначала за здоровье Жуковского, потом пьют за Пушкина. У него номер 3 в табеле о рангах. Тостов много, и к концу обеда по предложению Жуковского решают, каждый литератор подарит хозяину по одному своему произведению. Из этих подарков Смирдин составит лучший русский альманах «Новоселье». Вот огромное воспроизведение его обложки. Пушкин сюда подарил даже 2 своих вещи. Поэму «Анжела» и «Домик в Коломне». Номер 3. Александр Пушкин. Российская империя. Пушкин свергает с русского литературного пьедестала французов. Михаил Глинка с музыкального – итальянцев. До него уже 20 лет в придворном театре пели Ивана Сусанина, оперу, сочиненную Катерина Кавосса. Тема народного хора. Вообще же в моде Беллини, и только князь Адоевский злится – публика совершенно взбеленилась. Как и Пушкину, Глинке покровительствует Жуковский. Он добивается разрешения поставить новый спектакль на старый сюжет. Государь соглашается на посвящение оперы себе. Глинка меняет название «Иван Сусанин» на «Смерть за царя». Николай удачно исправляет «Жизнь за царя» и идет на премьеру с семьей. Мишель, его величество! В зале весь высший свет и культурная элита. Пушкин сидел в 11-м ряду партера у прохода. Напряженное ожидание. Автор русский. Это ничего не объясняет. На случай провала Глинка дает расписку. На вознаграждение не претендую. Мариинский театр
придет на смену петербургскому большому, открывшись через четверть века после премьеры, разумеется, оперой «Жизнь за царя». А тогда, во время первого представления в ноябре 1836 года, публика в шоке от того, что звучит со сцены и из оркестровой ямы. Ждали, ну, несколько обработок знакомых мелодий, ну, народных костюмов, бород, наконец. А тут не опера по-русски переведенная, и не опера про-русских, написанная кем-то, а русская опера. Сложное, серьезное произведение. Поражают и принцип, и частные придумки. Вроде как в хоре «Гребцов» скрипки звучат, будто балалайки. Это радость, что не фольклор услышали, а профессиональную музыку. В знаменитом каноне «Пой в восторге, русский хор» вышла новая новинка «Веселись, Русь». Наш Глинка уж не Глинка, а фарфор. Французский критик Анри Мариме. Последний крестьянин, перенесенный из избы в театр, был бы тронут до глубины души. Это больше, чем опера. Это национальная эпопея. С зарубежных постановок «Жизни за царя» пошла мировая слава русской симфонической музыки. Дома автора поощряют державно, дают казенное жалование и квартиру с дровами. Глинке это надоест через 2 года, но его героико-трагическая опера останется на госслужбе навеки. Серия карикатур на Глинку и художника Карла Брюллова, друга и собутыльника, пили они оба крепко. Родоначалие Брюллова потомки могут оспорить. Для современников он первый наш художник вровень с французами и итальянцами. За последний день Помпеи Брюллов получает большую золотую медаль на выставке в Лувре и избирается в Академии художеств Милана, Флоренции и Болоньи. Гибель древнеримского городка при извержении вулкана Везувий – тема модная. Помпеи раскопали незадолго до того, и равного открытия больше не случится. Просвещенный мир вел отсчет своей цивилизации от античности, и на поверхности там-сям сохранились некоторые ее памятники, но разрозненные. А тут в Помпеях всей этой античной жизни было таким страшным образом сказано: «Замри, умри, воскресни». Помпеи законсервировали на 1700 лет. И только Помпеи все эти века не разрушали ни само время, ни набеги варваров, ни новые поколения строителей. К тому же Помпеи были засыпаны пеплом, и эти раскопки даже без современной техники, они были сравнительно нетрудными. И тогда, и сейчас сюда приходят на целый день, запасясь провизией, тут и за целый день не все осмотришь. И тогда, и сейчас единственные постоянные жители Помпеи – это бродячие собаки. Ну, туристы подкармливаются. И это тоже традиция. На старинных гравюрах среди раскопок еще 200 лет назад, до картины Брюллова, непременно изображены, опс, бродячие собаки. Критики хвалят умение организовать на полотне группы. Все герои главные и все равны перед смертью. Карл Брюллов в письме. Декорацию я взял всю с натуры, стоя городским воротом спиною, чтобы видеть часть Везувия. По правую сторону помещаю группу матери с 2 дочерьми на коленях. Скелеты сии были найдены в таком положении. Эти городские ворота Помпей обращены к Везувию. Брюллов стоял тут, спиной к воротам, с тем, чтобы, глядя на Везувий, в естественных декорациях размещать фигуры на своей картине.
С того времени название «Последний день Помпеи» – это пословица в русском языке. Уже кажется, что картина написана не просто классиком, а современником событий. И все эти позы, положения фигур, жесты, кажется, что они из античной мифологии. Хотя на самом деле множество скелетов нашли в том положении, в каком застала людей смерть, в каком они были погребены. И Брюлов их такими изобразил. Хотя, конечно, академически облагородил смертельное отчаяние. Брюлов изуродован рахитом. Из-за побоев отца-наставника глухой на одно ухо, но даже смерть у него сияет праздничным блеском. Он пишет гимны могучей красоте роскошных южных мадонн. На своей итальянской стажировке работает до изнеможения, полно заказов на портреты, но публика требует новых многофигурных композиций. Брюлов приезжает триумфатором. Последний день Помпеи, как и сейчас, экспонируется в Петербурге. Но художник возвращается на родину через Одессу. И там его первыми торжественно встречают люди, которые вообще еще не видели полотна. Они чествуют человека, поднявшего престиж страны на Западе. В Петербурге слава еще больше. Боротынский пишет: «И стал последний день Помпеи для русской кисти первый день». Пушкин оставляет поэтическое описание картины и даже пытается зарисовать ее композицию. Персии впервые воевали при Александре. Победив, закрепили за Россией Грузию и Дагестан и захватили север Азербайджана. При Николае шах пытается взять реванш. Персы напали внезапно, русская армия отступает, царь смещает Ермолова, назначает кавказским главнокомандующим Ивана Паскевича, генерала среднего, но сказочно везучего. Отец Паскевича, украинский помещик, о сыне. Що геній, то не геній, а що везе, то везе. Паскевич сразу же переходит в контрнаступление. Ему удается взять крупнейшую персидскую крепость на Кавказе – Еревань, нынешний Ереван. Христианско-армянское население поддерживает русскую армию, и Паскевич, осмелев, переходит реку Аракс. По ней потом проведут границу. Не встречая сопротивления, движется аж до Тавриза и рвется дальше, на Тегеран, предлагая расчленить Персию. Но Николай ограничивается достигнутым, присваивая Паскевичу титул графа Ереванского. Заключают составленный Александром Грибоедовым туркманчайский мирный договор. Персия признает за Россией Грузию, земли Азербайджана и Армении, исключительное право на военный Каспийский флот и еще платит огромную контрибуцию. Драматург и композитор Мидовец Грибоедов в Закавказье оказался из-за петербургской дуэли. После дипломатического триумфа хочет ехать в Европу, но Николай назначает его послом в Тегеране. Мол, пусть автор договора добивается его исполнения. Персия негодует. Вся страна должна работать на контрибуцию для России. Из русского дипломатического донесения. Шах Аббас Мирза велел расплавить слитки, золотые канделябры. Одна работа, которых стоит, сколько самый металл. По договору армяне могут свободно переселяться из Персии в Россию. И Грибоедов укрывает их в посольстве.
30 января 1829 года толпа исламских фанатиков ворвалась на территорию русской миссии и перебила всех, кто там находился. На горе над Тифлисом Грибоедова похоронила его юная вдова Нина из княжеского рода Чевчавадзе. Надписи на могиле: с одной стороны, незабвенному его Нина, с другой стороны, знаменитая: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Нина Чевчавадзе и ее любовь пережили Грибоедова на 30 лет. В Москве на чистых прудах стоит Грибоедов-драматург со своими героями на пьедестале памятника. В Ереване Грибоедов-дипломат, творец истории Закавказья. В Петербург с искупительной миссией приезжает сын персидского шаха Хазреф Мирза. Привозит в подарок на смерть поэта знаменитый алмаз-шах. Дархольки алмаз, моти даст и свою бы квадратост. Их даже экспонируют вместе. Алмаз-шах и соразмерную ему миниатюру, портрет Грибоедова. Тут лучше присесть. Что такое даже очень большой алмаз? Камень в 4 сантиметра длиной. Меньше мизинца. Меньше мизинца руки, по которой только и смогли опознать растерзанное тело Грибоедова. Вот. Цена единственному в истории сочетанию в русском человеке великого поэта и великого государственного деятеля. Александр Сергеевич Грибоедов, автор блистательнейшей комедии «Горе от ума», ушедшей в пословицы, и автор выгоднейшего туркманчайского договора, ушедшего в государственность Армении и Азербайджана, равняется алмазу шах. Николай I, созрев Мирзе, приняв подарок. Я предаю забвению злополучное тегеранское происшествие. Поставить страну на рельсы предлагали и русские инженеры, но согласия Николая добился австрийский профессор Франц Герстнер. Главный аргумент – по железной дороге быстрее перебрасывать войска. Император дозволяет строительство экспериментальной линии Санкт-Петербург, Царское село, Павловск. Полтора года 3000 крестьян окрестных деревень прокладывают 25 верст единственной колеи с единственным поворотом. 30 октября 1837 года открывают первую железную дорогу, окропляют святой водой первый паровоз и первый состав ведет сам Герстнер. До Царского села доезжают за 35 минут, обратно машинист лихачит всего за 27. В три раза быстрее, чем на лошадях. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» на следующий день. 60 верст в час, страшно подумать. Между тем вы сидите спокойно, вы не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение. Железную дорогу считают аттракционом, загородным увеселением. Ее конечную станцию в Павловске назовут как английский павильон для развлечений – вокзал. Это слово не имеет никакого отношения к поездам, но впредь все железнодорожные станции России будут называться так же. Павловский вокзал – привлекательная цель скоростного путешествия. Ресторан, бильярдный зал, каждый вечер здесь концерты. Самый большой наплыв публики предприятию Герстнера обеспечивает австриец же – венский дирижер Иоганн Штраус.
Самый модный автор и исполнитель легкой музыки выступает здесь целых 10 сезонов подряд, каждый день, кроме пятницы. Штраус напишет здесь вальс «Петербургские дамы», польку в Павловском лесу, и здесь он впервые исполнит свои знаменитые «Сказки Венского леса». И ничем его деньгу не высвистишь, потому что уже в первом сезоне Штраус получает здесь 22 тысячи рублей. Настоящее состояние по тем временам. Кто-то его потом у Павловска никто не мог перекупить. В индустриальном мире железнодорожный бум. Россия – страна самых плохих дорог по суше и самой короткой навигации по рекам. Но даже Герстнер не может уговорить строить путь Петербург-Москва. Вторую и важнейшую железную дорогу страны проложат почти через 15 лет после первой. Локомотив транспортной революции – Англия, родина паровоза. Североамериканские штаты, на лету схватывая технические новинки, движутся на Дикий Запад, железными дорогами осваивая огромную страну. Из американской командировки возвращается инженер Павел Мельников. Ему Николай поручает связать стальными путями две столицы империи. Павел Мельников. Железные дороги крайне необходимы России. Они выдуманы для нее и для Америки более, нежели для какой-нибудь страны Европы. Через 9 лет после царского указа объект готов, и дорогу принимает лично государь. Главное событие той поездки на барельефе на памятнике царю. Главноуправляющий путями сообщения граф Клин-Михель показывает Николаю Зеребьинский мост, самый высокий на всем пути. А потом случится конфуз. Император специально вышел из вагона, чтобы посмотреть, как поезд будет одолевать такой подъем. А начальник участка, смутившись, что рельсы выглядят как-то некрасиво, велел их срочно выкрасить черной масляной краской. И паровоз забуксовал. Потом поняли, в чем дело, посыпали рельсы песком и золой из топки, и поезд взял высоту. Потом на этом месте посредь прямой, как стрела дороги, построят загогулину в 5 верст. Из-за крутого подъема, а не потому, что карандаш обвел государя в палец, как утверждает легенда. Путешествие из Петербурга в Москву вместо 4 суток занимает теперь 22 часа. И по этому случаю великий Глинка пишет свою попутную песню. Веселится и ликует весь народ, и быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле. Хотя машинист стоит на открытой площадке и в вагонах, кроме первого класса, нет отопления, всенародные поезда, так тогда говорили, пошли поздней осенью, зимой 1851-52. На 14 тысяч километров частных американских железных дорог, на 11 тысяч километров частных английских Россия ответила одной государственной 604 версты. Зато это самая длинная двухпутная дорога в мире. После смерти царя дорогу назовут Николаевской, после смерти царизма – Октябрьской, а главной железной дорогой страны она останется навсегда. Объект стратегический. Иностранцев не пускают. Россиянам поездку разрешает полиция после проверки благонадежности по месту жительства. Поделив технический персонал на роты, породили невиданные войска – железнодорожные. С николаевских времен и празднуют День железнодорожных войск. Николай лично утвердил русскую колею на 9 сантиметров шире мирового английского стандарта. В случае войны неприятель не сможет использовать на территории России свои поезда. Первый и настоящий железный занавес опустили, проложив рельсы до западной окраины империи, не соединяя конец дороги Петербург-Варшава с началом дороги Варшава-Вена.
Мост через Вислу. На том восточном берегу кончался особый русский путь, широкая колея. На том западном начиналась европейская колея поуже. От вокзала к вокзалу пассажиров перевозили на конке. Здесь сейчас посредь моста проложены трамвайные пути. В Советском Союзе была на западной границе такая станция ЧОП. На ней меняли колеса вагонов, еще все смеялись. Не говори ГОП, пока не переехал ЧОП. За 100 лет до этого не говорили ГОП, пока не переехали Вислу. У нас просим извинить, кабинетов нет. Только вот столик, стульчик и вот перышко. Абсолютное всесилье государства означает власть бюрократии. Несусветная, непроходимая русская бюрократия при Николае I сопоставима только с советской бюрократией при Леониде Брежневе. Федор Федорович. Николай I. Россией правит не император, а столоначальники. Готово, спасибо, идите. Слушаюсь. По докладу Николаевского министерства юстиции, в госучреждениях империи числилось 33 миллиона неочищенных, то есть неоконченных дел. Вселенское достижение бумагооборота – дело некоего московского откупщика. Его слушали много лет, оно разрослось до множества томов. Только краткое изложение сути вопроса занимало 15 тысяч листов. Дело затребовали из Москвы в Петербург. Для перевозки всех бумаг специально наняли телеги, а по дороге все пропало – и бумаги, и телеги, и извозчики. Ведь русским языком тебе говорит. Я ничего сделать не могу. Ну что ж ты пристаешь? Жандармским данным, из 54 российских губернаторов взятки не брали только трое. Деловую неразбериху и колоссальные злоупотребления снаружи покрывал изумительный формальный порядок, и гражданскую службу несли с военной строгостью. Каково вообще звучит гражданский мундир? Николай госслужащих всех министерств и ведомств одел в форму. Или вот даже дворянский мундир. Судя по пуговицам, помещик Калужской губернии. Он нигде не служит, но как дворянин вроде находится на сословной службе. Черный воротник, герб на пуговицах, Министерство внутренних дел. Парадный мундир. Пальмовые веточки Министерства народного просвещения. Судя по шитью на воротнике и на обшлагах, статский советник, Московский учебный округ. Даже школы империи и те поделены на округа, как у военных. Из положения о гражданских мундирах, 1834 год. Мундир означает место служения, а также степень звания и должности. У Гоголя в повести «Нос» пропадает нос коллежского асессора, по-военному майора, Ковалева. Потом они встречаются, нос тоже стал чиновником, со своим хозяином знаться не хочет, потому что у них на мундирах пуговицы разных ведомств, и Ковалеву неприлично. Теперь на Вознесенском проспекте есть памятник потерянному носу, без которого неприлично. В том-то все и дело, что майор, коллежский асессор, был бы кто другой, а то чиновник 8-го класса, с которого начинается потомственное дворянство. Ему без носа неприлично. Алло, Вещунов! Прошу садиться! Впереди фамилии, имени, отчества идет приличествующее чинное обращение. В ревизоре, одетый в партикулярный костюм Хлестаков, говорит, что он ваше превосходительство, хотя на самом деле он только ваше благородие. После премьеры этой пьесы Гоголя про работу администрации на местах Николай по легенде сказал: «Всем досталось, а мне больше всех». Гоголь же пишет главную книгу о русской конторе «Шинель», из которой выйдет вся сострадательная литература.
Повесть о маленьком человеке и большой мечте. Писарь Акакий Акакиевич Башмачкин справил новую шинель, жизненно необходимую в студеном промозглом Петербурге. Тогдашняя главная зимняя одежда – шинель или шуба. Она пошита из выделанного меха и сверху покрыта сукном. Только так. А целиком мехом наружу зимняя одежда тогда вообще не существовала. У бедного Акакия Акакиевича шинелька была на вате, но зато с пелериной. Правда, воротник из кошки, но Акакий Акакиевич все надеялся, что кошку издали будут принимать за куницу. Дорога утром в департамент, расположенный в центре, потом вечером назад из департамента в дешевую наемную квартирку на окраине. Это только пешком. Извозчик каждый день дорого, да и не спасают от мороза его открытые санки. Огромный бюрократический мир на 60-й широте регламентирован чинами и соответствующими шинелями-шубами. В 1839 год, когда Гоголь начинает писать «Шинель», это как раз середина царствования Николая I. Зиму в ту пору выдавались лютые, не то что нынче. В январе 30-градусные морозы, а первая плюсовая температура в Петербурге в 1839 году случится только 8 апреля. Это по новому стилю 21 апреля. Здесь, у Калинкина моста через Фонтанку, как описывал Гоголь, после смерти Акакия Акакиевича стало являться привидение и срывать с прохожих, не разбирая чина и звания, всякие шинели. Если все же разбирать чин и звание, то получается следующая иерархия. Бобровая шинель, потом на соболях медвежья, енотовая, лисья, потом шинель на белках, на хорьках, на кошке, вот на вате. И уж последнее дело – овчинный тулуп. То, что теперь называется дубленка, тогда это носили только холопы. Николаевское царствие назовут апогеем самодержавия. Государь на вершине бюрократической пирамиды и безгранично использование административного ресурса. Сторонник абсолютизма, Николай дарованных Польше вольностей не одобрял. Конституционным монархом ему здесь быть претило, и на коронации он сам возложил на себя польскую корону. Полякам вольностей было мало, они жили мечтой о независимости. Исторический анекдот. Николай поляков не любил, поляки это знали и не любили Николая. Николай знал, что поляки его не любят, и не скрывал, что знает это. Подняв восстание, заговорщики пытались убить русского наместника. Великий князь Константин Павлович чудом бежал из Варшавы. Сейм объявляет Николая низложенным. Польшу немедленно вводят войска, но быстрой карательной экспедиции не получается. Мигом воспрянув, империи противостоит большая страна со своим правительством и армией. Шляхта и католическая церковь дают миллионы на войну с русскими. В Петербурге боятся, что независимость Польши признают Англия и Франция и дадут ей свои гарантии. Такое расширение НАТО на восток. Командование принимает удачливый Паскевич. Он действует быстро и решительно и, взяв польскую столицу, получает поразительный титул разновекторной имперской политики. Граф Паскевич Эриванский, князь Варшавский.
Зал Сената в Королевском дворце в Варшаве. Здесь Александр I даровал Польше Конституцию, здесь короновали Николая I, и здесь же Николая объявили безложным. Теперь зал решено уничтожить. Помещение делают двухэтажным, благо зал двусветный. Вот галерея, это был второй этаж. И еще внутри разделяют на маленькие комнатки, чтобы больше не существовало места, в котором кто-то попытался было свергнуть русского императора с польского престола. В Европе антирусская кампания, все заступаются за Польшу. Называя вражьи голоса клеветниками России, отповедь Западу дает Пушкин. Военное министерство тут же переводит его стихи на иностранные языки и распространяет их за границей. Агитпроп вплетает покорение поляков в победные военно-патриотические традиции. Варшава пала в день Бородина, а с донесением в Петербург отправили внука Суворова. Тот скачет через предместье Прагу, где была ставка его деда перед первым взятием Варшавы русским. Пушкин. Бородинская годовщина. Суворов видит плен Варшавы и весь триумф от твоего и с ней летящего за Прагу молодого внука своего. Перед главной резиденцией президента Польши памятник князю Юзефу Понятовскому. Он был племянником последнего польского короля, при екатерининских разделах оборонял Варшаву от Суворова, во главе войска польского прошел с Наполеоном весь поход в Россию в 812 году, отличился при Бородине и, будучи уже маршалом Франции, погиб в Лейпцигской битве народов. Вновь попав под русскую власть, поляки чтили в Понятовском последнюю тень своей свободы. Александр I разрешил поставить в Варшаве этот памятник человеку, который всю жизнь воевал против России. После подавления восстания Николай I приказывает памятник убрать. Он дарит его усмирителю бунта генерал-фельдмаршалу Паскевичу. Тот перевозит памятник в свое поместье под Гомелем. Проходит почти 100 лет, независимость Польши восстановлена. В 1922 году по настоянию поляков памятник из советского Гомеля переезжает назад в Варшаву. Проходит еще почти 20 лет, гитлеровская оккупация Польши, бронзового Понятовского как национальный символ вновь снимают с пьедестала, но его не подарили, ну, например, Герингу, а отправили в переплавку. После Второй мировой войны в Варшаве снова сбор средств, памятник отливают по сохранившейся копии и устанавливают на прежнем месте. С того времени минуло полвека. Так долго, как сейчас, польский национальный символ еще никогда не стоял на своем месте. Смотрите в 10 серии «Царствование Николая I. Окончание». Православие, самодержавие, народность. И 6 строк гимна «Боже, царя храни». Разгар Кавказской войны, Шамиль, имам Чечни и Дагестана, славянофилы, западники и разбуженный декабристами Герцен бьет в колокол в Лондоне. Подавление венгерской революции, кони Клотта и море Айвазовского, навсегда официальное искусство. Крымская война против пол-Европы, Севастопольская катастрофа и крах Николаевской России. Завтра в 20.05 «Российская империя» на НТВ.